Всем привет! Сегодня будем обрабатывать дудук ореховым маслом. Дедовским способом. Как и все остальное. Просто это орехи. Обычные, самые обычные орехи. Вот оно, масло готовое. Вот и все. Берем дудук. И начинаем. Аккуратненько, нежно. Конечно, постоянно не стоит это делать. Наверное, раз, ну, в полгода, например. Чтобы внешняя сторона была в хорошем состоянии, потому что внутренняя она и так нормальная, потому что мы все время играем. И от того, что мы все время играем, и внутри, конечно, влажность хорошая. Вот видите, как цвет поменялся. Он стал такой коричнево-черный. Все темно-коричневый. У нас дудук с клапанами, и ничего страшного, можно задевать клапана, но в основном все пользуются классическим дудуком без клапанов. Там, наверное, проще вот эти вот места. Вот, пожалуйста, все готово. Теперь желательно, чтобы какое-то время не трогать, чтобы все это пропиталось. Вот видите, стал как новый. Он стал как такой старинный. Армянский. Душа армянского народа. Так, все готово. Теперь берем второй. Второй у нас, видите, какой у нас двухоктавный. Сейчас мы вам покажем разницу по цвету. Она такая темно-коричневая стала, как новая. А эта часть еще не сделана. Так все красиво становится.